Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие рыбаки. Ну вот она, речка Неванка. Во. Никакого спасу от них нету. Так, берем пальчиком, чпок, и все, и убираем. Вот, речка Неванка. Маленечко покидал удочку. Кстати, куда я идел-то? Сейчас вам покажу, какую муху. Вот она, оранжевая муха у нас. И вот он, небольшой результатец. Вот там около штук 7-8. Кстати, еще до сих пор и поклевывает. Но я уже все маленько нарыбачился, не снимал, потому что комаров много. Съездил сегодня на ангару, порыбачил. Здесь и то крупнее. Вот там, кстати, вообще я его не поймал, правда. Раза 4 поклевывал. Ну такой, если по ощущениям, грамм на 500, не меньше. Течение тут такое себе. Поэтому, как он дернул это удилище и отпустил. И так вот раза 4 вот, закидывал. И я его все-таки не поймал. Ну ладно, расстраиваться не будем. У нас еще есть завтрашний денек. Порыбалим. О! У нас и небо ясное становится. Так что вот. Вот буквально вот с этого места. Вот там чуть-чуть подальше туда вниз ушел. И туда сходил. Везде рыбка ловится. Ну на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Всем пока.